трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В первой половине ноября в России резко возросло число погибших под колесами автопешеходов – плюс 24% по сравнению с тем же периодом 2016-го. Раненых пешеходов, по данным ГИБДД, стало больше на 15,5%. Водители сбивали насмерть пеших участников движения в основном в темное время суток и в плохую погоду – дождь, туман, метель, ураган. Самые опасные часы – с 7 до 9 утра и с 5 до 9 вечера. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам неукоснительно соблюдать ПДД и использовать вечером, рано утром и ночью световозвращатели. Трасса 101. Совет Федерации одобрил увеличение акцизов на бензин и дизтопливо с 1 января и с 1 июля следующего года. И там по 50 копеек за литр. Насколько ввиду этого подорожает горючее, сказать пока сложно. Собранные дополнительно 60 миллиардов рублей власти собираются пустить на строительство федеральных автотрасс в Калининградской области и Крыму. Трасса 101. Страховщики недовольны. Средняя сумма выплаты по ОСАГО растет, сейчас порядка 80 тысяч рублей, а средняя стоимость автогражданки потихоньку снижается. То есть ОСАГО становится страховым компаниям все более невыгодным. Виноваты, заявляют они, все те же ушлые юристы. Система обязательного автострахования вот-вот может загнуться, предупреждают некоторые. Выход к водительскому несчастью – увеличение стоимости автогражданки. Трасса 101. В нашей стране в 2 с лишним раза вырос спрос на новые малолитражки, информирует агентство «Автостат». Лидер сегмента – Ravon R2, преемник «Chevrolet Spark». Он значительно опережает основного конкурента – Kia Picanto. Минимальная стоимость последнего сейчас 531 тысячи рублей. Начальный ценник R2 – это спецпредложение – 439 тысяч. Машина оснащается 85-сильным бензиновым двигателем объемом 1,25 литра. Расход топлива в городе порядка 8 литров на сотню. Коробка во всех комплектациях, 4-ступенчатый автомат. УАЗ «Патриот» превратился в кабриолет. Первую такую машину в Ульяновске сделали для правительства Намибии. Представитель завода рассказал, что внедорожниками без крыши охотно интересуются силовые ведомства некоторых государств. Наши «Патриоты» там эффектно смотрятся на военных парадах. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.